Всем здорово, народ, с вами Олег, и добро пожаловать на канал Олегов. И сегодня у нас будет шестое прохождение по Resident Evil 8 Village. Так что давай с тобой скорее же уже начнем проходить. Так, к концу прошлой серии вроде бы я весь лутецкий здесь подобрал, да, насколько я помню. А не, хотя вот смотри-ка, вот порох у нас есть. Блин, тут понадобится рукоять. Такая ромбовидная, знаешь, из шести углов. Но такого у нас с тобой ключа нету. Нету такой вот рукоятки. И еще мне сильно хочется выполнить квест. Вернее, разгадать вон ту загадку, если ты помнишь. С той сокровищницей, да, карта сокровищ. Но я думаю, это та часть локации, где мы видели с тобой гроб вроде бы как. Но туда никак нам с тобой не было попасть. Вроде бы как там закрыто Роза. Все было клетками. Но и вопрос в другом. Смогу ли я вернуться обратно? И что за вот этот мост? И может быть мне надо выстрелить сюда? Ну-ка дай-ка попробую. Оп, нет. Я подумал, может быть так вот мост спустится. Ну а по сюжету нам нужно с тобой идти к дому с красной трубой. В одной из записки было там именно так сказано. А тут что у нас? Замок. Оба. Был замочек у нас. Так, очередные какие-то пещеры, катакомбы. Оба. Твою мать, это что? Оп. Рыбы? Оба. И что с этим делать? Продать? Съесть? Странно. Первый раз такое, друзья, вижу. Твою мать! Это старушенция больная, по-моему, придурочная. Ну-ка. Чтобы разрешить. Ну, я тебе вангую, что вот это вот старушенция, это мать Миранда, мне кажется. Вот стопудово это мать Миранда. По смеху особенно. Луна. Все мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти. Что ты там делаешь, старушенция? Миранду. Эй! Помните меня? Я чуть не погиб в том замке. Что здесь происходит, можете мне объяснить? Можно ли погибнуть только чуть? Нам ответит лишь мудрец. Вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет мать Миранда? Опоздал. Ну или чуть опоздал. Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец. Гербы четырех кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Но эта загадка лишь пока нет ответа. Погоди. Я же это видел. Хаос Димитреску. Что там? Стойте! Дом Димитреску. И опять кобыла старая закрыла. Дверь, а. Что? Исчезла, смотри, не видать ее. Так, подожди-ка. Дом Димитреску. Короче-то. Дом Морио. Дом Хайзенберга, Димитреску. Крылатый ключ. А мы можем много чего этим ключом-то, собственно, открыть. Так, позади нас все, дверь закрыта. Уже туда не попасть. Блин, но мне очень сильно хочется попасть в те локации, в те катакомбы и разгадать ту загадку с гробиком и посмотреть в целом, что за там лежит лутецкий и что там спрятано. Да и тем более, раз нам карту с тобой дали, грех бы туда бы не попасть. Опа. Что за? Не говори, что за место ритуала. Это что такое? Знак Амбреллы? Что-то грязная колба. Очень знакомый символ. Да, согласен, это же этот знак Амбреллы. Ну а что я могу сюда поставить?
Ключ навряд ли, только разве что вот эта вот колба. Место ритуала. Твою мать, блин. Ну что ж поделать, ладно, выдвигаемся. Подожди-ка, тут у нас ничего нету, а тут у нас лут есть. Хорош, 3 патрона на снопу. Так, а там такого проходика никакого нету? Случайно? Нет, вроде бы нету. Ладно, пойдем. А чё так потемнело-то? Оба-на, там эти ходят, смотри-ка. Оборотни, блин. Местных жителей уже, смотри, замучили. Вон он один сидит, смотри. Ну-ка, давай-ка этому прям в голову вот так вот. Чик! Хорош. Ваншот. Так, а вон того. Хорош ваншот. Мимо. Он чё там своих дружков позвал? Или не успел? Не, винтовка ваншотит, конечно. Будь здоров. Реагент. Неплохо, хороший товар, как говорил один персонаж в одной игре. Но по сюжету нам к какому-то дому с красной трубой нужно идти. Крылатый ключ не подходит к замку. Хорош, давай железный ключ попробуем. Нет. Ключ Димитреску не подходит. Но других-то у нас и нет. Колбы-то, но вряд ли там что откроешь. Ну-ка, может какая-нибудь приколюха здесь спрятана? Стеночку эту динамитом нельзя подковырнуть, интересно. Так, это чё, блин, да я не хотел туда идти. Ой. Вдруг мы сейчас по сюжету обратно не вернемся, а? Ну, я имею в виду вообще, не вернемся с тобой обратно. Нет, вроде бы получилось. Блин, опасно вот так вот делать. Активируются скрипты и начинаются либо какие-нибудь фильмики нам показывать, либо продвигаемся по сюжету дальше, не залутав старые места. Это очень плохо. Лучше перед тем, как куда-то отправляться, хорошенько залутать все, все осмотреть внимательненько. Ну-ка, ну что ты делаешь, блин, а? Взял аптечку, блин, потратил. Так, такого у нас ключа тоже нету, да? Для такого вот механизма. Так, эти не упадут? Трубчанские, может быть, у них там ключ есть. Не, ну хорошо, каким мне ключом тогда открыть вон тот сундучок-то, а? Отмычкой, может быть. Нет, отмычки у меня нету в инвентаре. Пошли тогда сюда. Смотри-ка, вот что-то похожее место ритуала. Так, фильмик походу. Вот. Оба, и вы, герцог, так и гасил, знал, тебя колец. Что вы здесь окажетесь. Все было напрасно. Неужто? Полагаю, что-то ценное вы нашли. Не уверен, что ценное, но... Но ваша дочка прямо у вас в руках. О чем вы? А вы приглядитесь. Да в смысле? Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет. Нет. Роза! Что? Лучше молчите! Этого не может быть! Я вам не верю!
Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Ни хрена себе. Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Теперь? Вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думаю, что у вас есть выбор. Ваш ход. Клиент, конечно, всегда прав. И все же... Если это вранье, я убью вас. Шутник, блядь. Ну что же, давай сохранимся. Ну, конечно, я был удивлен, узнав, что в этой колбе голова от Розы. Изучить голова с колбой, может быть, да. И походу вот сюда надо колбы помещать, что такое? Кто, мать, Миранда была? Какого чёрта? Это что за флешбеки, блин, такие? Ах, да. Давай-ка что-нибудь поглядим. Я добыл для вас новые товары. Облома мистер. Кристалла, давай мы все продадим. Кристальный череп, давай все 7 штук продадим. Кристальное крыло, аж целых 3 у нас. Кристаллическое туловище, давай, тоже 3 продадим. Кристаллическое димитреску, продать серебряное кольцо, 1800. Но тут какой-то нужно найти, смотри, недостающий предмет. Видеока какого-нибудь, пожалуй, я пока что оставлю. Алый бокал. Стоит его продать? Или давай, наверное, пока что ставлю. Вдруг там тоже чего-то не хватает. Помада Димитреску давай тоже продаем. Деревянная статуя ангела. Ладно, давай продадим ожерелье Ингрид. Продать. Алый череп продадим. Рыба по 800. Наверное, пока что оставлю. Отмычки. Разумеется, оставляем. Лекарства, патроны. Подожди, так у меня вот этот Леми помощнее же будет, да? Давай, наверное, Леми оставим. Вот этот, наверное, продадим. И этот клинок нельзя апгрейдить. Сколько винтовка стоит? 20 тысяч. Ну все, окей. Обмениваем. О, леди Димитреску. Красиво даже после смерти. Какая талия. Да. Так, пистолет. Что мы можем, собственно, тут прокачать? А давай-ка подожди-ка. Не по припасам. Или в припасах это? Всякие модули там, да? Увеличенная обойма. Берем, сразу устанавливаем. Это что такое? Модуль для ружья. Значительно увеличивает скорострельность. Ну такой себе оптический прицел. 15 тысяч. Упрощает прицеливание издалека. Пока что не буду брать. Самодельная бомба. Давай возьму. Да, понимаю, почему вам это приглянулось. Мина, не знаю. Это что такое? Упор для щеки. Упор для снайперской винтовки. 20 тысяч. А чё оно всё такое дорогущее-то? Ну и вроде бы и всё. Оружейное. Урон могу прокачать. Давай, наверное, может быть урон? Или что? Ну хотя мне хватает, в принципе. Я могу установить любые модификации на оружие. Не, пока все, ничего не буду ставить. До новых встреч. Единственное, давай я... Быстрый доступ. Сделаю вот это вот, наверное, на 2.
Ружье пускай у меня будет на один. Вот. Снопа пускай у меня будет на три. Ну и бомба пускай будет на четыре. Одна единственная, да? Хорош, так модуль у нас установлен. Все установлено, надеюсь. Давай еще раз с тобой сохранимся с этим всем делом-то. Так, и куда нам идти-то? Крылатый ключ. Хорошо, подходит. Так, нам в эту сторону, да, надо идти? К дому со страшной крышей, хотел я сказать. С красной трубой, вроде бы вот туда. А что находится у нас в той стороне? Пойдем посмотрим. Может быть, это дорога и к этому дому уже, и с красной крышей, только вот. Может быть, просто в обход немного. А чё у меня сюда нету ключей никаких? Крылатый. А у меня нету такого ключа, слушай. Железный ключ с отметкой не подходит. Диметрийский ключ не подходит, но все. Одно единственное на этот направление нам с тобой остается. И давай, наверное, мы туда и пойдем. А ты ударь, блин. Блин, пульку придется тратить. Хотел ножом ударить. Фух, блин. Слушай, а мы же в этой деревушке-то той. Алло, в смысле? Получается, мы с тобой сможем сейчас пройти и... И найти ту гробницу, если ты помнишь. Там был где, вон тот вот гроб, спрятанный за таким вот, за такими вот решетками. Только не было возможности у нас с тобой добраться, но вроде бы сейчас мы с тобой нашли карту. И быть может быть что-то активируется там, и мы с тобой сможем попасть. Блин, ну где ж мне найти вот такие-то виды этих, блин, ключей. Кстати, вот здесь я помню тоже что-то было, но я не знаю, как это подобрать. Скорее мы сюда еще будем возвращаться, и не раз, так как много загадок там всяких. Оба-на, мы что, не сможем сюда попасть? Ты серьезно? Хорош, а тут рыба появилась, смотри. Хоп. 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 Что с ней делать? Только продавать, что ли? Блин, а как мне теперь туда не попасть, в замок Димитреску? Ты серьезно? Блин, ну мне хочется попасть в тот подвал. Вот куда вы взялись, поцы. Хорош, три пульки. Нет, этот с трех пулек, смотри, убивает. Если бы я еще не промахивался. А тот с пяти вроде бы самурайский клинок. Блин, сколько зазря пуль потрачено. Откуда они все? Из могил, что ли, восстают? Я не пойму. Блин, очень жалко, что мы не сможем туда попасть. Ну, погнали вот сюда. Как, в смысле, ключ не подходит? Ты чё? А какой сюда подходит? Такого у меня ключа точно нет. Хорошо, ладно, пойдем туда. Отсюда, вот, через кладбище. Слушай, а помнишь, там этот виноградное поле это было? Вот. И может быть оттуда мы сможем сейчас с тобой попасть к Димитреску, а? Попробовать, а? Как вариант, нет? А хорош, пошли вот этих вот птиц собьем.
Они так вроде бы нехило монет дают. Еще бы не промахиваться бы, блин. Так, хорош, где там? А ну сюда лут. Блин, только не забагайся так камни, пожалуйста. Ну. 1130, хорош. Ну, давай. Собаки, а? Это чё за, я не знаю, комары такие или что это? Кровососы, блин. Будет что герцогу продать. А, в смысле? Чего? А чё тут столько всего зареспаунилось-то, я не пойму. Качественное мясо. Вот это да, блин. А чё столько всего нового появилось-то? Оба-на. Ожерелье Луизы. Нифига себе. Толкан вон открыт. Да, дом, смотри, сгорел, кстати. Слушай, не зря вернули. Смотри, сколько мы нашли много чего интересного. Ну-ка, с обратной стороны здесь есть что-нибудь? Там что-то шумит. Оба. Ты посмотри. А, это просто вороны, да? Я думал, это лут летает. Вот это я удивлен, скажу тебе. Серьезно. Так, а тут ничего новенького? Вроде бы нет. Слушай, не зря, не зря вернулись. Подожди, вот... А, вот, вот тут мы сейчас с тобой давай еще проверим. Вот тут одну дверь. Вот, вот эту у нас. Вот такой вот как раз ключ есть. И очень... Блин, я надеюсь, что мы с тобой сможем попасть все-таки в замок Димитреску, в твой подвал. Ну уж очень бы мне сильно хотелось разгадать ту загадку. Блин. Зря патроны трачу, а? Заперто с другой стороны, а тут что? А там вообще не активно никак. Чё? Ты серьезно? Мясо птицы, мясо свиньи, мясо рыбы. Стой, петушара. Стой, ты петухан. Хорош, ты где? Мясо птиц. Обалдеть. Заперто с другой стороны. А хорош, а куда идти тогда-то нам? Оба. Трава берем. Что это означает? Перечеркнутый петух вот этот. Что он может значить? Что, типа, мол, уже все, тут никого не осталось. Вот это тебе раз, вот это тебе поворот. Может быть, герцог это сможет все нам объяснить. Оба-на. Ноутбук появился. Хорош. Чемодан появился. Так этого тут не было. Этого тут не было, друзья. Ну-ка, подожди-ка. Это может быть те агенты? Крис?
Может быть, это Крис реально? Крис Редфилд? Не пойму я. Куда идти тогда-то, а? Так, это не открыть. Ну-ка, подожди-ка, вот... Пойдем-ка залутаем вот тот домецкий. Там вроде бы отмычка была нужна. Так, отмычка, давай, юзаем. Хорош, давай, открывай. А ну-ка, а что тут полезного-то? Патроны на дробовик, хорош, нормуль. Так, а еще что тут есть? Ведь что-то еще же спрятали. Оба-на. 500 денег спрятали. Хитрицы, блин. Ну давай, ладно, погнали. Так, и вроде бы вон там мы еще можем ключ, да, использовать. Найденный. Ну, давай, открывай. А почему я не могу открыть? Так, а другой путь, как туда попасть, есть или нет? Подожди, а как мне попасть туда? Так, отсюда у нас не получится, да? Тоже выйти, там заперто с другой стороны. Хорош, тогда пошли. Вот так вот сейчас. Мать, это что было? А чё я открыть-то не могу? Это вроде бы оборотни, не слышь. А обойти никак это нельзя? Перелезть там что-нибудь, Итан. Блин, как-нибудь вокруг там, нет? Оба. Давай отсюда попробуем. Реагент. Реагент берем. Хлам, там кристалл я вижу. Порох. Плюшевый мишка. Это не игрушка Розы. Вионит. Что это такое? Вениамин какой-то. Так, а как отсюда уйти? А тут есть какой-нибудь другой проход? Нет? Так, на этом вроде бы все. Оба-на, что за птица такая, смотри. Что хорошее, что такое? Сочное мясо дикой птицы. Оба, это что, Ева Июнь? Пусть твой сон еще будет недолгим. Я просто в офиге. Сколько тут загадок всяких. Да, ворону мы нашли с вами чисто случайно. Ну, вот эту вот, вернее, синюю птицу. Прохода у нас нет никакого случайно. Бачки, смотри-ка, хоба. Петушки тут у нас. Берем, блин. Сколько же у нас уже этого мяса птиц-то, а, на самом-то деле. Ну-ка.
Давай-ка тут все глядим, ну-ка. Пистолетные патроны, хорош. Тут что у нас? О, давай, у нас как раз отмычка есть. Последняя. Надрабаш, патрики. Нормуль. Я услышал крик, доносившийся из дома с трубы. Хотел бы сходить и глянуть, что там, но дорога была завалена. Придется топать в обход. Кто бы мог подумать, что от дыры в конюшне когда-нибудь будет прок. Если я не вернусь к утру, идите в дом Луизы без меня. Отец, слушай. В общем-то, нам теперь нужно идти в какую-то конюшню. И там вроде бы как какой-то пролом должен быть в стене. Сейчас и поглядим как раз. Это что такое? Паряльная машинка. Твою мать. Деревянный зверь тела. Надо, я полагаю, еще найти голову. Так, дом мы вроде бы весь, да, смотрели. Хорош-то кто обломками-то ходит, а в туалет. Так, а это конюшня, да? Давай-ка. Удерживать открытие. И давай, наверное, откроем коротенький путь вот тут. Срезочку. Оба, смотри. Козлик. Я его могу снести или нет? Нет. Урод! Ты чё так делаешь? Вот скот. Просто скот, блин. Вот это мы его и слышали, наверное. Засранец, блин. Засел там. Это наверняка можно сдвинуть, да? Крылатым ключом, например. Так, а вот смотри, вот этот провод, да, который мы с тобой видели, или что это идет к тому дому с трубой. Но мы тут были уже с тобой там где-то в самом начале игры. Хорош, пошли тут посмотрим. Так, это нельзя открыть случайно, сразу проверим. Не входить. А мы войдем. Но мы с тобой уже в самом начале этой локации. А сюда зачем мы пришли? Кстати, мы же это с тобой сносили уже. Интересно. А это что за дом? Там вроде бы отмычка понадобится. Заперто, нужно открыть с другой стороны. Интересно. Смотри, всякие шестеренки. Патроны на дробаш. Блин, слишком жирно стреляю по коробкам. Трачу патроны. Может быть, мы здесь какой-нибудь механический ключ сейчас найдем, а? От тех колодцев. Твою мать, это что такое вращает? Ну-ка. Посмотри в окно. Сейчас посмотрим, хорош. В какое? Вот в это? Вот в это? Ты чё, псина, пугаешь так? Чё-то 0.4 там было. 0.4, 0.7, 0.8. Ну-ка. 0.4. Быть может быть 0.7 и 0.8. Ну
Может быть 0,8, 0,7. О, хорош. М1911. Нормас, нифига себе. А это что такое? Рукоятка домкрата. Ну-ка, давай-ка посмотрим вот этот ствол, кстати. А как мне его посмотреть? Характеристики-то. Наверняка будет получше. Прикольно. Ладно, где там? Трактор. В спине. Дробаш. Жесть, сколько их тут. А чё их так много понабежало-то? Так, где там трактор, я забыл. Вон он. Да, ты что там перелезть не мог и там? Мне кажется, там легко можно было перелезть. А, вот теперь ты сможешь перелезть. А до этого не мог, да? Твою мать, что такое? А обратно? Тоже сможем, да, вылазить, если что? Ну, хорошо. Шумит нахрен. Ну, смотри, сидит без палева, а? Пошел нафиг. Все, хорош. Валим нахер. Так, давай-ка. Осмотримся здесь. Смотри, в засаде сидит тварь, а? Сколько вас тут, охренеть просто. Оу, блин, а. Прям какой-то экшон начался, блин, а. Твою мать, ты кто? Еще кто? А у него маска отлетает. Да, но патронов надо охренеть на него. Так, давай-ка патронов накрафтим. То у нас совсем там беда. Ну и давай по максимуму аптечек создадим. Так, давай-ка ключ вот здесь вот такой вот заюзаем. Так, и глянем, что тут у нас есть. Колесо от колодца, нормас. Сейчас все с тобой колодцы полутаем. А что за лестница наверх ведущая? Заперта, хозяин отсутствует. И висел замок. Сейчас мы его с тобой собьем. Так, ну нам явно к этому дому, да? Но я пока что не хочу, друзья. Я хочу полутаться тут все смотреть. Так, ну нам с тобой еще предстоит туда возможность попасть. Так, и там петуханы бегали. Ладно, хорошо.
Пойдем глянем, что у нас там есть. Ну-ка. Так, давай-ка с этой. Начнем коробки. Патрон для снайперской винтовки. Хорош. Просто отлично. Урон, конечно, у снайпа офигенный. Дамы и господа, поскольку скрипичного мастера давно нет, я храню ключ от его дома у себя. Если он вам нужен, обращайтесь. Садовник Бенивита, я храню ключ от его дома у себя. А где мне ключ-то найти? Скрипичного мастера, блин. Отмычка. Твою мать! Скрипичных дел мастер, это ты? У тебя ключ? Нет, у тебя порох был. Может быть, ты где-нибудь тут его спрятал? Тут туловище, блин, хорош. Тут еще кукол надо собирать этих. Ну, окей, пойдем посмотрим тогда, что у нас есть там, в той стороне. Так, и еще от колодцев у нас с тобой всякие эти есть, да? Найденный ключ, вернее. Так, это тачка с продуктами, по-моему. Да, это считаю, что самое начало локации. Подожди-ка, вот тут отмычку давай тогда используем. Хорош, там свиньи бегают или что, я не пойму. Наверняка сейчас там патроны на дробаш будут. 100% скорее всего они. Или нет, смотри, патроны на снайперскую винтовку тоже неплохо. Подожди, откуда вы эти все хряки взялись? Так, твою мать! Мясо, два штуки. Нет места в снаряжении, ты серьезно? Уже так быстро место закончилось. А чё оно так много занимает-то? Это нельзя совместить, что ли, вот это место? Ну, все подтвердить. У тебя есть ключ? Открыть? Ну-ка, подожди-ка, ключ от колодца давай-ка. Хорош. Я надеюсь, он многоразовый ключ. Отмычка и все. Твою мать, тут была только одна отмычка, ты издеваешься. Не входить. Блин, найти бы этого Иосифа. С ключом-то, а? Ты не Иосиф. Ладно, может быть где-нибудь там дальше попадется персонаж нам такой, но... Пока что пойдем к дому с красной трубой. Да, и в замок Димитреску вы уже, скорее всего, не попасть. Подожди-ка, здесь мы были? Нет, здесь мы не были. Самодельная бомба, да ладно. А еще что-нибудь есть? Вроде бы нету. Блин, столько инструментов. Заперто с другой стороны. Что ж у вас такое-то, блин? Что не дом, что заперто все у вас с другой стороны. Ладно. Давай уже к дому к этому пойдем. Ну-ка. Стоямба. Так, у меня места-то хватит, надеюсь. Порох. Так, давай сразу коротенький путь такой откроем. Оба, сразу колодец тут у нас есть. Кстати, этот ключ не подойдет к тому мосту?
к тому мосту не подойдет, интересно, там, где была лодка у нас, недалеко от герцога. Надо бы проверить. Деревянный зверь, голова. Оба-на. А что теперь, если мы попробуем? А у меня же были эти предметы, да? Подожди-ка, подожди-ка. Деревянная голова, зверь. Объединить. Вот, вот так вот. И будем, например, вращать. Оно что-нибудь даст? А для чего мы так сделали, интересно, я не пойму. Ладно, давай пока что закроем. Но я думаю, это нам с тобой пригодится. Заперто с другой стороны, блин. Все у них позаперто тут. С разных сторон-то, блин, а. Так, тут вроде бы туалет был. Давай-ка посмотрим. Может быть, там ключник делал мастер. Есть большой кристалл. Что-то новенькое. Так, давай-ка полезли на крышу тогда. Да, не кряхти ты так, Итан. И тут кто-то есть, потому что печка-то горит. Не отвлекаем. Так, там бомба, по-моему, была. Или что это? А, ни хрена тут не было. Открыть. Все, хорош. Доступ к дому теперь у нас есть. А тут совсем прям кто-то недавно был, смотри, он печенюшки готовили. У тебя ключ есть? От этого. Двери с баяном там, блин. Так, это что? Изучить? Клад и ключи. Лишь одна из деталей. Нужны еще три части, чтобы вновь создать целое. Так у меня одна часть есть, получается, или что? Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Я могу объединить со своим ключом, интересно? Да, хорош. Хорош, черт, теперь у нас есть ключ. Принес жертву матери Миранде две козы. Вернитесь к герцогу. И там кучу как раз всяких было мест, где мы можем с тобой использовать этот ключ. Так, ну тут все по луту вроде бы. Больше здесь ничего нету, это 100%. Давай тогда будем выходить. Как бы и все. Ну-ка, давай-ка. Как посмотрим, прокомментирует сейчас это герцог. Так, фильмик, друзья. Ну как? Узнали что-нибудь? А теперь рассказывайте, как все исправить. Не горячитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? Их всего 4. Одна у вас. Еще 3 у других владык. Владык? Все они служат жестокой правительнице этого края. Матери Миранде. Одну из них вы и встречали, леди Димитреску. Вторая живет в долине туманов, кукольница Донна Беневьенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке. А третья и Моро, гора уродливой плоти, живущая в водоеме замен. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех водах. Ну и опаснейший из всех — Гейзенберг.
Он на своей фабрике, на краю деревни. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Нифига себе. А чё это у меня, смотри, столько сундуков появилось? Если вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Потрудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Здесь, в деревне, есть сокровища. Думаю, каждая из них вам пригодится. Почему вы мне помогаете? Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах. Что ж, приходите еще. Так, а что-нибудь новенькое у тебя есть, герцог? А, но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты приготовить... и приносите. Оба, кухня герцога. Так, давай с припасов. Еще расшириться можно. Давай. Бог дал человеку спину для нож. Прикольно. Но пытаться унести так много. 1000. Одна пулька, прикинь, стоит. Оружейная. Урон 160 стандартный, ты прикинь. Так, мне выгоднее сейчас с этим бегать, да? Кошелек герцога. Большой кристалл. Всякого барахла могу продать. Деревянная коза могу продать. А, в разобранном виде она, наверное, дешевле стоила. Мясо птицы, чё? Хочу попробовать один рецепт. Давай, ну-ка. Соберите все ингредиенты, чтобы создать, добывайте ингредиенты из звери, птицы, рыб. А, так вот мы для чего это делали. Запеченная зеленью рыба навсегда слегка повышает здоровье. Вот нифига себе, плов с домашней птицей. Это что такое? Навсегда снижает урон при блокировке. Тоже неплохо. Метитей с тремя вкусами. Навсегда повышает здоровье. Тачитура до пуи навсегда значительно повышает здоровье. Чорба со свиной. Вот этого нам не хватает. А вот это что такое? Превосходной рыбы у нас нету. Навсегда ускоряет передвижение. Нифига себе прокачать можно. Навсегда повышает здоровье. Так, нам не хватает мяса. Слушай, еще подфармить бы. И прокачаться. Так что давай, пожалуй, пока что тратить не буду. Ты голоден? Слушай, не зря мы прокачали наш инвентарь. Теперь нам есть что собирать, как говорится. Ну что ж, дорогие друзья, давай тогда, наверное, закончим на этом моменте наше с тобой прохождение. Уже в следующей серии отправимся к одним из злодеев и будем искать с тобой следующие колбы. Ну а на этом что, пока что закончим. Не забывай подписываться на канал, ставить лайк. С тобой был Олег. До скорой встречи. Пока.